Получить снимок высокого качества и при этом не тревожить пациента. Это важно в первую очередь для тех больных, у которых многочисленные травмы, говорят врачи. С помощью нового оборудования, оно называется «С-дуга», сократится и время операций. Теперь хирурги будут справляться в два раза быстрее. В основном это будет применяться для постановки катетеров, венозных катетеров, для лицей, которым необходима длительная инфузионная терапия, внутривенная терапия. Эти катетеры мы ставим уже давно, там очень сложная постановка. Эта установка нам поможет все делать довольно-таки быстро, потому что каждое действие наше будет визуализироваться на экране. С-дуга – это рентгенологическое оборудование. Оно предназначено для исследований во время хирургических вмешательств. С помощью нового аппарата врачи могут контролировать ход операции в режиме онлайн. Сегодня в областной детской клинической больнице прошла первая операция с новым оборудованием. Ознакомиться с работой С-дуги приехал министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов. Сегодня мы продолжаем контролировать оборудование, которое поступает в рамках национального проекта здравоохранения в части развития детского здравоохранения в детской больнице области. И по поручению губернатора мы контролируем, как это оборудование используется. Для снижения детской смертности и повышения качества медицинской помощи областное правительство ежегодно выделяет деньги на закупку современного медоборудования. С начала 2019 года в больнице Самарской области завезли 15 единиц оборудования на общую сумму почти 100 миллионов рублей. Мария Елчан, Максим Гусев, события.